Вот, ребят, смотрите, второе видео. Шланг подсоединен на этот штуцер, хомутик затянут, печь готова, лягушка подсоединена, открываем газ. Вот пошел газ, поджигаем, печь горит. Видите, слабенькое пламя немножечко. Чуть-чуть подкручиваем, болт. И смотрите, сейчас секундочку подкрутим, вот этот самый момент, смотрите, пламя прибавилось, откручиваем назад, пламя убавилось, продемонстрирую еще раз, прибавляем пламя, видите, оно уже зашумело. Вот такое пламя. Убавляем, выкручиваем этот болтик. Пламя становится маленькое. Вот такая, ребята, печка. Все дешево и сердито.